А вот этот цирк по поводу того, что по результатам суда, это на земельной комиссии то же самое. Ну, решение это было суда. Ну, правильно. Ну, это же... А это свежее. А это никто в упор видеть не хочет. Что для значит, смотрите, я вам объясню всем, чтобы не было у нас никаких скандалов. Значит, сейчас мы, вот то, что мы уже демонтировали частично, мы забираем. А вот вызываем собственников департамента, чтобы они дали все оригиналы документов и будем разбираться. Не будет так, чтобы они дали. Нет, нет. Оригинал документов. И плюс будет еще один запрос от Варгудконтроль. И уже по результатам, то есть если все это подтвердится, то есть приедет демонтажная бригада и снимет. Просто жители местного микрорайона очень хотят, чтобы это вообще убрали. Да, да. Все. Всего хорошего, пишите меньше писем, потому что они все приходят мне. Это вам приходят, да? Вот это а нет, то, что мы уже забрали, да, то есть мы оформляем акт и это... Извините, а когда повторный будет? Ну, как мы получим ответ, то есть от через контроля? Через примерно сколько? Недели, две, три? Ну, как они нам ответят? Тут уже у них спрашивайте. Понятно. Да. Вот напишу я в понедельник запрос, а как они нам ответят? Адресую. А к вам можно потом будет как-то созвониться с вами, таким, узнать как да, пожалуйста, приезжайте в департамент первой половины дня каждый день. Формально. Я на рабочем месте. Тут эти еще кидаются на наши. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. Ждем вашей помощи.